Изначальный текст Тайтирия Упанишады содержит ведийские ударения. В том виде, что они видны, текст, в том виде, как он есть, он их не содержит. Их нужно будет вставить. Вставить и в транслитерацию, вставить и деванагари. Что это означает? Берем отдельный файл, лучше в текстовом виде, потому что вордовский может в себе содержать какую-то ненужную разметку, и заменяем. То есть это задача копипасты. Значит, у нас здесь шрифт будет другой. На это пока не надо обращать внимание. В том виде, как он есть, вот так оно будет выглядеть в результате. Вот. И идем дальше. То есть всего здесь сколько? 850 строк. 850 раз надо сделать копипасту с транслитом и столько раз с деванагари. Такая вот задача для того, чтобы нам подготовить к печати двуязычную Тайтирию Упанишаду. Спасибо.